утро в Одессе. Пасмурная погода, дождик уже не идет. Хочу сделать обзорчик на доработку, небольшую доработку своего Benelli KNT 300. Вот такой мод. Вот общий пробег уже под 16 тысяч добирается. На этом мотоцикле мне не хватало одной функции, такой как указатель включенной передачи. На предыдущем моте у меня такая функция была, как бы я к ней привык, тут мне ее не хватало. Что самое интересное, что производитель Benelli на 250-ку, на 302-й, на 502-й указатель включенной передачи ставит, на 300-ю модель почему-то они решили ее не ставить. Что для этого потребуется? Берем датчик с 302 модели. 302 модель — это точно такой же мод, только одет в пластиковый обтекатель. Вот он, вот там вот стоит. Он есть у официального дилера. Стоит недорого, там до 100 гривен. Также покупается разъем на 8 пин и покупается вот такой вот указатель. Покупал на Алиэкспрессе на 6 передач, потому что у нас на Украине они все на 5 передач. Вот, ну, недорого эта доработка стоит, я решил ее поставить, покажу, как она работает. Так, может, кому-то будет полезно, обращайтесь, подскажу, что и как. Всем хорошего дня!